Наш мир полон чудесных сюрпризов. Вот, например, только вчера я обнаружил кусок пиццы за подушкой дивана. Но это не сравнится с древним камнем, в который почему-то встроена электрическая вилка, или со старинными находками в местах, где их не ожидали. Давайте изучим странные и случайные открытия, а также истории нескольких повседневных инноваций, о которых вы, вероятно, никогда не слышали. Электрокамень. В 92 году инженер-электрик Джон Уильямс отправился в горы в сельской местности Северной Америки. Он хотел просто полюбоваться пейзажами, но обнаружил то, чего у него перехватило дыхание. И это было не из-за высоты. Выкопав из земли камень странной формы, Уильямс с удивлением увидел, что в него встроена трехконтактная электрическая вилка. Он попытался вытащить непонятный предмет, словно в современной версии легенды о короле Артуре. Но, в отличие от меча Артура, вилка не желала покидать камень. Был ли этот загадочный объект создан искусственно? Судя по всему, нет. Уильямс заявил, что камень находился далеко от человеческих поселений, хотя и не раскрыл место находки, якобы опасаясь, что его разграбят охотники за артефактами. Из-за этого скептики считают, что случайное открытие было мистификацией. Но исследователи, осмотревшие странное устройство, которое назвали «Энигмалит Уильямса», считают иначе. Странный камень состоит из гранита, кварца и полевого шпата и не имеет связующих веществ, что исключает возможность искусственного изготовления. А похожий на металл материал, из которого сделана вилка, так и не удалось опознать. По словам Уильямса, камню по меньшей мере 100 тысяч лет, а значит, его не могли создать люди, если верить нашему пониманию технологического развития человечества. Устройство предлагали купить за суммы до 500 тысяч долларов, но Уильямс отказался продавать его. Как ни странно, он верит, что артефакт принадлежит развитой древней цивилизации или внеземной расе. Может ли это быть частью НЛО? Или это был какой-то древний встраиваемый диффузор в виде камня? Что думаете вы? Если вы за версию с НЛО, то лайкните видео. А если вы считаете, что это очиститель воздуха древней цивилизации, подпишитесь на канал. Если же вы уверены, что Уильямс просто все подделал и выдумал ради шумихи, то нажмите на обе кнопки. Да, не часто доводится задавать такие странные вопросы. Но даже это не сравнится с необычными открытиями, которые я покажу дальше. Чудо-лекарство. За несколько сотен лет до находки Джона Уильямса, еще в 17 веке, мужчина, охваченный лихорадкой и малярией, брел по андским лесам в Южной Америке. Паразитическая инфекция мучила его организм, и, изнемогая от жажды, он решил выпить из лужи со стоячей водой у основания дерева. Любой эксперт по выживанию скажет, что пить стоячую воду – плохая идея, потому что в ней полно опасных болезнетворных патогенов. Хотя жажду он утолил, мужчина вскоре начал ощущать горький привкус во рту. Он испугался, что это лишь ухудшит его состояние, но, к его удивлению, малярия стихла, и вскоре он смог найти путь до дома, где поделился своей чудесной историей. Выдумка это или нет, оказывается, кора дерева под названием цинхона содержит хинин – соединение с противомалярийными свойствами. И где же растет это дерево? Правильно, только в лесах Анд в Южной Америке. Поползли слухи. В 1640-е годы кору цинхоны завезли в Европу в качестве лекарства. Это хорошо, так ведь? Но не для всех. По мере того, как свойства хинина становились все более известными, его начали использовать все, будь то французский король Людовик XIV, Карл II из Англии или бесчисленные солдаты из различных европейских стран, которые захватывали земли, где бушевала малярия. И хотя хинин помог сохранить жизнь сотням тысяч европейцев, это означало, что страны в Африке, Азии и Южной Америке стало легче колонизировать. Что еще хуже для жителей Анд, это также привело к уничтожению огромного количества цинхон. В 1805 году насчитывалось 25 тысяч этих деревьев в эквадорских Андах, а сейчас их лишь 29. Возможно, это открытие все-таки не стоило совершать. Светящиеся звери. Вы наверняка знаете, что некоторые морские существа, насекомые, водоросли и грибки светятся в темноте благодаря биолюминесценции.
Они все завораживают, но я почти уверен, что вы не видели фото или видео со светящимися млекопитающими. Считалось, что у зверей нет способности светиться, но недавно это мнение опровергли. В 17 году Джон Мартин, профессор лесоведения из колледжа Нортленд в Висконсине, гулял ночью по лесу, пытаясь выяснить, будут ли определенные лишайники, грибы или растения светиться в ультрафиолете. Блуждая по зарослям со специальным фонариком, Мартин услышал шорох сверху. Он посветил туда и, к своему удивлению, увидел белку, которая светилась розовым цветом. Так, совершенно неожиданно, Джон обнаружил, что некоторые звери биолюминесцентные. После этого открытия его коллеги из колледжа Нортленд провели собственное исследование. Но то, что они выяснили, их поразило. Они посветили ультрафиолетовым фонариком на старого утконоса, чтобы проверить, светится ли он. И он светился. На этот раз голубоватым оттенком. И это не все. Новость долетела до зоопарков и музеев. И после их проверок выяснилось, что летучие мыши, тасманийские дьяволы, вомбаты и другие звери светятся. Почему некоторые млекопитающие имеют такое свойство? У биолюминесцентных животных шерсть или кожа поглощают короткие волны ультрафиолетового света и излучают его на более длинной волне, видимой людям. Не совсем ясно, почему эта черта есть у каких-то зверей. По одной теории, свечение помогает белкам и утконосам узнавать сородичей в темной обстановке. По другой версии, излучаемого света может быть достаточно, чтобы спугнуть хищников. Пока что это загадка, но кто знает, может их истинная цель — стать живыми фонарями. Ящер на участке. Если вы перекопаете свой участок, то найдете разбитые горшки или, может, старые монеты. Но один мужчина из Памбалы в Португалии нашел кое-что немного больше в 17 году. В ходе стройки дома на своем участке он заметил фрагмент кости, показавшийся из-под земли. Но не нужно переживать, потому что он не нашел какое-то проклятое древнее место захоронения. Это были окаменелые останки динозавра. Скелет находился в осадочных породах верхнего юрского периода, а значит, ему было уже целых 150 миллионов лет. Экскаваторы продолжили выкапывать новые останки, и, судя по размерам костей, динозавр был примерно 12 метров в высоту и 24 в длину. То есть как взрослый синекит. А это крупнейшее животное современности. Палеонтологи считают, что гигантский скелет принадлежал брахиозавриду зауроподу, травоядному динозавру с очень длинными шеей и хвостом. Эти останки такие крупные, что считаются самым большим динозавром в Европе. Это уже какой-то участок юрского периода. Прыжок к еде. Любой, кто страдает морской болезнью, скажет вам, что от малейшего покачивания судна ему станет плохо. Но тошнота не единственная проблема, вызванная качающимися волнами. В 43-м году Ричард Джеймс разрабатывал устройство для удержания чувствительного корабельного оборудования. В конце концов, он решил подвешивать предметы на пружинах. Но когда Джеймс случайно уронил одну из пружин на пол, его осенила идея, которая была еще лучше. Ударившись о пол, пружина перешла через саму себя, как металлический червяк. Дома обрадованный Джеймс рассказал об этом жене. Она взялась за словарь, чтобы найти идеальное название для нового изобретения. Супруги выбрали название, которое вы все наверняка знаете – слинки. Случайное открытие обернулось огромным успехом. Было продано свыше 360 миллионов игрушек с момента их поступления в 45-м году. Но, видимо, прибыли от изобретения Ричарду оказалось мало. В 60-м году он покинул фирму и семью и вступил в религиозный культ в Боливии. Так сказать, прыгнул подальше от нормальной жизни. Злаковое открытие. Нет ничего хуже заплесневелой еды. Но, как ни странно, иногда полезно оставить еду на ночь. Это охотно подтвердят братья Келлог. Они были первыми американскими гуру ЗОЖ и попытались приготовить порцию гранолы из очищенной пшеницы в конце 19 века. Но перед тем, как пойти спать, они забыли убрать тесто из муки на основе пшеницы, а когда вернулись на следующее утро, то увидели, что смесь забродила. Это похоже на быстрый способ получить боль в животе, но ферментация таких злаков, как пшеница, делает их более усвояемыми. И когда тесто раскатали в тонкие пласты и приготовили, получились хрустящие хлопья.
Позже Уилл Келлог понял, что из кукурузы получаются еще более хрустящие хлопья, чем из пшеницы. 8 лет спустя он открыл компанию Battle Creek Toasted Corn Flake, создавшую первые хлопья Келлог. С тех пор они стали невероятно популярными. В наши дни компания огромная. Келлог стоит почти 25 миллиардов долларов и продает 31 миллион 700 тысяч коробок хлопьев каждый год. Удивительно, что такие внушительные цифры появились из случайной смеси теста. Может быть, мне надо посмотреть, не лежит ли у меня что-нибудь бродящее на кухне? Может, это будут новые успешные хлопья? Только время и тараканы покажут. Идея огонь. Хотя у всех есть зажигалки, скорее всего, в вашем доме наверняка найдется несколько коробков спичек. Но, несмотря на их полезность и популярность, изначально их изобрели не для этого. В 1826 году химик Джон Уокер работал с фосфором, сульфидом сурьмы и хлоратом калия. Для тех, кто не разбирается в химии, это вещества, с которыми надо быть очень осторожным. Считается, что Уокер использовал эти соединения для капсулей огнестрельного оружия. Но когда он перемешал смесь, у него осталась маленькая капелька на кончике палки. Пытаясь удалить этот остаток, Уокер провел палочкой по камину. В этот момент она внезапно загорелась. Итак, по счастливой случайности он создал спичку на основе трения. В последующие месяцы Уокер усовершенствовал смесь, а год спустя начал продавать свое изобретение – фрикционные огни. Но по какой-то причине он не запатентовал его. Неудивительно, что другие изобретатели подхватили его идею и создали свои спички на основе трения. И теперь 500 миллиардов спичек в год используются только лишь в США. Кто знал, что смеси и огонь породят такую горячую идею? Подводный рейв. В сентябре 22 года рыбаки у побережья Девона в Англии ловили омаров альтернативным и весьма ярким способом. Вместо того, чтобы класть приманку в ловушке, они повесили подводные потлайты. По задумке, эти фонари заставили бы омаров думать, что это укрытие, или их привлек бы свет, исходящий из ловушки. К удивлению рыбаков, потлайты оказались эффективными, но не с омарами, а с морскими гребешками. Обычно ловят где-то 5 гребешков из 35 тысяч ловушек. Но после добавления светодиодов стали добывать по 15 гребешков на каждые 5 ловушек. В 1500 раз больше. Ученые пытаются выяснить, почему моллюсков так привлекает свет. У них же даже нет глаз. Или все-таки есть? Оказывается, у гребешков не один, не два, а 200 глаз, и они усеивают мантию их панциря. Они работают не так, как наши глаза, но могут обнаружить добычу, выделяя ее в ярком свете. И ученые считают, что именно поэтому гребешки не могут устоять перед фонарями, как мотыльки к огню. Точнее, как гребешки к светодиодам. И это хорошо. Традиционно этих вкусных моллюсков ловят методом зачерпывания. Для него требуются массивные металлические сети, которые опускают на дно, закапывают в него, а потом вытаскивают ими гребешки из песка. Но этот метод наносит непоправимый ущерб дну. И на восстановление экосистемы после зачерпывания уходит до 10 лет. Новый способ в стиле диско дает надежду на то, что от старой техники откажутся. Думаю, надо устроить вечеринку. Последнее плавание. 11 сентября 2001 года – мрачный день для Америки. Теракт уничтожил башни-близнецы, и почти 3000 человек погибли. Но после трагедии строители, работавшие на месте торгового центра, совершили открытие, которое чуть смягчило утрату. В 2010 году начались раскопки Центра безопасности транспорта – подземной парковки, которая была под первой башней. Рабочие копали все глубже и внезапно нашли удивительное. На глубине 6 метров лежал остов корпуса большого корабля длиной где-то 9 метров. На борту был интересный груз, как эта обувь. Выглядит удобно. Собрав образцы древесины с уцелевшего корпуса, ученые воспользовались дендрохронологическим датированием, методом определения возраста колец деревьев. Корабль был построен в Филадельфии в 1773 году. Никто не знает, какая у него была история или как он оказался в таком знаковом месте в Нью-Йорке. Сейчас основная версия гласит, что это шлюп с реки Гудзон. Это судно, созданное голландскими поселенцами для перевозки пассажиров и груза по мелководной и каменистой реке, протекающей через Нью-Йорк.
Но главный вопрос – это как корабль погрузился на 6 метров под землю? Он прослужил примерно 20 лет, а потом, вероятно, отправился в Нижний Манхэттен, где он затонул либо намеренно, либо случайно. К сожалению, судно не захоронили с почестями. Его наверняка засыпали мусором и материалами, чтобы расширить берег Нью-Йорка. Но теперь, благодаря внезапной находке, корабль покоится в месте получше – музее штата Нью-Йорк. Внутренние дела. Примерно 415 миллионов человек страдают диабетом, и многие инъекции инсулина помогают вести максимально нормальную жизнь. Но если бы не случайное открытие, этого средства могло бы не быть. В 1889 году два доктора университета Страсбурга изучали, как поджелудочная железа влияет на пищеварение. Они удалили ее у здоровой собаки, но результаты не помогли им узнать больше о пищеварении. Собака явно была зарыта не там, где они думали. Но они заметили нечто странное. Через несколько дней после удаления железы мухи начали слетаться к моче собаки. Произошло что-то ненормальное и неожиданное. После анализов доктора поняли, что собака выделяла сахар в моче, а это симптом диабета. Они узнали, что удаление поджелудочной железы привело к тому, что здоровая собака заболела диабетом. Как показали новые анализы, железа должна выделять субстанцию, контролирующую уровень сахара. Но эти два доктора так и не смогли определить, что это за субстанция. Однако, благодаря их случайному открытию, Фредерик Бантинг, Чарльз Бест и Джон Маклиот из Университета Торонто смогли совершить крупный научный и медицинский прорыв. В 20-е годы они определили, что инсулин является ключом к поддержанию уровня сахара, и его выделяет поджелудочная железа. Это очень помогло. До открытия инсулина самым эффективным методом лечения людей с диабетом было снижение потребления углеводов и калорий. Это привело к тому, что диабетики порой потребляли 450 калорий в день, и многие умирали от голода. К счастью, современное лечение инъекциями инсулина гораздо лучше. Спасибо той собаке бесподжелудочной. Настоящее сокровище. Многие люди мечтают найти затерянные сокровища или золото. Может, закопанное под землей или спрятанное в сундуке. В 82-м году Мехмед Чакир, 13-летний охотник за губками из Турции, воплотил эту мечту, и она была влажной. Мехмед нырял за губками на восточном берегу мыса Улубурун, и в очередной заплыв его внимание привлекло что-то странное на глубине. Это была куча, которую он описал как «металлические печенья с ушами». Мехмед поспешил на берег и оповестил отдел морской археологии, который отправил команду инспекторов. Выяснилось, что Мехмед нашел металлические слитки небывалой исторической ценности. Но когда они погрузились в воду и нашли место, найденное мальчиком, они были поражены. Это были не просто сокровища, а груз древнего затонувшего корабля. Ушло 10 лет и более 22 тысяч погружений на то, чтобы завершить исследование места. Но находка того стоила. То, что нашел Мехмед, оказалось улубурунским кораблем. Судном бронзового века, которое плавало еще в 14 веке до нашей эры, то есть 3500 лет назад. Вероятно, корабль перевозил торговые товары либо из кипрского, либо из сиро-палестинского порта в Микенскую Грецию. Археологи предполагают, что из-за сильного ветра судно попало в мелководье рядом с берегом и столкнулось со скалистым мысом. Древний 15-метровый корабль имел на борту 20 тонн груза, и половину его составляла кипрская медь. Но одной из самых интересных находок стала золотая погребальная маска. После смерти ее клали на лицо покойного, чтобы душа смогла узнать свое тело и вернуться к нему без проблем. Были и экзотические предметы, такие как слоновьи бивни, панцири черепах, яйца страусов, а еще зубы гиппопотамов. Хотя может показаться, что команда корабля подралась с зоопарком, скорее всего, эти предметы были нужны для изготовления ваз и сосудов. Этот корабль стал одним из самых впечатляющих обнаруженных сооружений позднего бронзового века. И он мог так и остаться на дне моря, если бы 13-летний подросток не отправился на поиски морских губок. Подземные города. В 63-м году один турок собрался сделать ремонт в своем доме. Но когда он снес стену в подвале, то увидел отверстие. Все бы ничего, но этого отверстия не должно было быть. За стеной находилась комната с длинным извилистым туннелем, ведущим вниз под дом.
Это похоже на бесплатный жилой джекпот. Разумеется, мужчина отправился изучать комнату. Но это было не просто расширение дома. По мере спуска мужчина начал понимать, что он обнаружил. Каким-то образом он случайно нашел древний подземный город Деринкую. Его вырыли в земле примерно 3000 лет назад, но сформировался он в византийскую эпоху, с 8 по 12 век. В этот период шли арабо-византийские войны. Христиане прятались в Деринкую от арабов-мусульман, как в гигантском бункере. Он явно был популярен. Туннель тянулся вниз на 85 метров, а это приблизительно как 25 этажей. Город был таким большим, что его население достигало 20 тысяч. И это неудивительно, учитывая имеющиеся удобства – от школ до церквей и винодельни. Но не спешите сразу лететь в Турцию. В 20-е годы последние жители покинули огромный подземный город. Ровно через 50 лет после неожиданного открытия строители сносили здания, стоявшие вокруг замка Невешир, всего в 28 километрах от Деринкую. И из-под обломков показался еще один город под землей. Как и в случае с Деринкую, христиане создали подземное жилье, чтобы прятаться от арабов-мусульман в арабо-византийские войны. В этом секретном убежище была церковь 12 века, конюшня и сотни личных вещей, таких как табачные трубки. Место под замком Невешир считается последним подземным городом в мире, который растянулся на 460 тысяч квадратных метров и глубину в 113 метров. После всего этого можно подумать, что в Турции проживают одни кроты. Какие из этих случайных открытий удивили вас больше всего? И находили ли вы что-нибудь интересное? Расскажите в комментариях под видео. Спасибо за просмотр!